каком основании вы задержали людей? Еще не ответили. Ничего не объясняли. На каком основании вы задержали людей? Вот у меня есть документы. Вот у меня есть два позыва, которые я еще имею. Суды идут. Ярыч не имеет права делать никаких работ. Почему он делает и почему это издевательство проходит над громадой? Я показала все документы, показала ему вот решение Киеврады, что это незаконное решение Киеврады. Вот что это, вот второй офисный центр. Акция у нас бестроковая и официальная. Вигнали людей. Перешкоджають законні акти. От у нас є дозвіл на закон. Сейчас стоит напротив церкви, есть колокольчик. Как на пожаре. Знаешь, как на пожаре, потому что это пожар. А здесь пожар. Но был наш гостиный двор, остал чьих-то каких-то непонятных личностей. Полиция не знает. Играть?